ведущих. Может быть, Иван Ургант, который топовый. Иван Ургант топовый, ведущий. Для меня пофиг, дым топовый или нет. Он очень быстро соображает, быстро реагирует, и он остроумный. А Познер? Познер гениальный предатель. Ну как, это совершенно человек, который должен жить за границей. Он ненавидит русских. И ну, зачем ты в России живешь? Ну уезжай. Как, ну, он профессиональный, хороший ведущий. Но профессиональный. Профессия и талант разница. Жванецкий настолько одарен, что ему не надо быть профессионалом. Евтушенко настолько одарен, что ему не надо быть профессионалом. Профессионал — это мастеровой, ремесленник. Вот он научился печь горшки. Большинство молодых, большинство телевизионных передач сегодняшних сляпано профессионалами бездарными. Они не знают, они не самовыражаются. Вот мне хочется о том говорить. Они мониторят успех. Если вчера, вот я предлагал серию исторических фильмов на нескольких телевизионных телеканалах, про каких-то интересных людей русских, российских, так скажем. Как я уже много раз говорил, русский – это интернациональное понятие. Это очень много в слово «рус» входило. И там Пирогов, допустим, Лазарев, Нахимов, Суворов. Мы подумаем, говорили на телеканал, потом возвращались и говорили, давайте сделаем про Романовых. Почему? Один раз один канал имел успех с Романовыми, они считают, что все надо делать. Они даже не знают толком, почему я про Пирогова предлагал. Они ничего не знают. К власти пришли бездарные и непрофессионалы. Причем повсюду. Журналисты безграмотные. Вы что думаете, у вас все грамотно пишут? Но журналисты должны грамотно писать. Я считаю, что тролли облагораживают. Чем больше человека троллей, тем он благороднее живет. Потому что тролли — это никчемки. Это неудавшееся первое половое созревание. Впрочем, и второе, и третье. И один тролль украинский мой портрет разместил в интернете, смеющийся, и под ним катастрофа. Чудовищная гадость, страшнейшая, да? Ну и его зачмырили другие, не я, я не отвечал. А я знаю одну мудрость, очень природоведическую. Не надо отвечать, не надо мстить. Как я всегда говорю, месть означает «меня ест», лучше мстить тебя и сожрет.